субботу в Самарской области ожидается облачная погода, осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем в разбеге от минус 11 до минус 18 градусов, ночью 15-20 мороза. Ветер западного, северо-западного направлений, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, днем минус 10 градусов, ночью 15 ниже 0. Северо-западный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти облачно, днем минус 12, ночью минус 16 градусов, ветер северного направления 1 метр в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем минус 11 градусов, ночью до 20 мороза, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 84%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.